Привет, Орлы! Сегодня мы распаковываем товар с Алиэкспресса. Вот такой коробочке я получил товар. Пришел он мне по почте. Ну, как видите, я уже распаковал. Хочу похвастаться. Вот такая вот штуковина. Вот такая вот фирма. Книлка. Вот такой вот носик. Посмотрите, носик латунный. В комплекте банка, насадка и еще одна насадка. Наверное, ковры чистить. Так, коробку мы убираем. Надеваем. Но жидкость я заливать не буду. Холодно еще. Надеваем насадку. Ну и теперь, как эта штуковина работает, я вам покажу, накачав предварительно компрессор. Сейчас мы увидим, как это работает. Ну вот, накачали компрессор. Подключаем наше устройство. Работает она таким образом. Вот видите, латунная у нас сопли, оно крутится. Создается эффект торнадо. Вот наша шкурка мамонта. А сейчас попробуем почистить шкуру мамонта. Вот, значит, наш компрессор 24 литра. К сожалению, его не хватает. Хоп! На помощь нам приходит такой компрессор. Ну, сейчас мы устроим настоящую распаковку. Как видите, начало очень интересное. Вот такой вот, ребята, компрессор.
Там поехали. Вот весь комплект. Инструкция. Вот такой вот шланг. Видно, да? Проверьте уровень масла. Не просто. Видно, да, в картере мало масла. Вот. Попробуем провернуть. Проворачиваем. Сейчас подольем чуть масла. Залило такого масла. Равинол. Сейчас попробуем запустить. Все, готово к работе. Втыкаем сапун. Закручиваем его. Вот так выглядит клапан слива конденсата. Вот я его выкрутил. И сейчас произведем первый запуск. Ну вот и все, обкатка завершена. Ну а сейчас мы снова попробуем почистить нашу шкуру мамонта. Видно, да, давление хорошее. При этом компрессор я выключил. Накачали. Вот хотел вам показать краткие характеристики компрессора. 100 литров, 2,2 киловатта, 400 литров в минуту. Ну и на выходе, соответственно, будет меньше. На входе 400, на выходе меньше. Масса 72 килограмма. Пробовал, значит, слить масло. Поэкспериментировал, как будет происходить замена. Не очень удачное расположение сливного отверстия, значит, на помощь приходит вот такой вот шприц. Вот при помощи него попытался слить. Вот, что-то получилось.
но так очень тяжело сливать. Смотрите, вот примерно столько места он будет занимать у вас в гараже. Вот видите, плитка на полу 30 на 30, примерно 4 плитки. Ну и высотой 1,30 м, наверное, 1,40 м. Вот примерно вот так все будет у вас стоять. Занимает очень мало места, компактная вещь. Ну, смотрите, еще один такой нюанс. Вот, по идее, если он у вас будет стоять возле стенки, то будет неудобно его перемещать. Для этого вставляется вот такая вот ручка, закручивается в рез, ну и катается. Как-то вот так. Компрессор Kittery 100 литров. Ставим лайки, подписываемся на канал.